Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор вот такой вот плетеночки, курочки. Сплела я ее корневым плетением, и не просто корневым плетением, а именно вот использовала два цвета трубочек. Вот, и в своем мастер-классе показала, как использовать разные цветные трубочки для корневого плетения, не обрезая рабочие трубочки при замене цвета. Вот такую голову сделала для своей курочки. Вот. Если вас заинтересовал такой способ плетения корневым, пожалуйста, заходите в мою группу закрытую, присоединяйтесь. В описании вы видите способ, как связаться со мной, все реквизиты. И там же можно будет узнать и об оплате для вступления в мою группу ВКонтакте. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.